Полуфинал. Спасибо. Что скажешь по полуфиналу? Серия получилась тяжелой, но 4-0. Ну, хорошая серия получилась. Сегодня опять интригу придали. Сами себе привезли гол в меньшинстве. А так хорошо, что выиграли. Шестеркин здорово отыграл. Поэтому будет больше времени на отдых. Много травмированных улетает, ребята, скажем, в каждом матче. И Ковкин сейчас. Ну, это плей-офф, игры через день, поэтому тем более вратарей, нагрузка большая. Будем надеяться, что ненадолго он выйдет. Удается смотреть, Магнитку там чудеса творят, Зарипов, Мазякин. Да, играет здорово, с Зари особенно, поэтому дай бог завтра выиграют, может быть, пораньше начнем финал. Не, 8 числа начнется в любом случае. Вот эти 8 дней, они насколько вам? Это хорошо ли? На Динамо отразилось, проиграли Динамо первый матч, заржавели немножко. Да, ну если была бы у меня спросили, я бы, конечно, сделал раньше. Потому что, я думаю, болельщик хочет быстрее насладиться финалом, и игроки не исключение. Поэтому, может быть, что-то и решат. Но если нет, то будем готовиться. Обе команды в одинаковых условиях. Илья, был ли какой-то в серии сложный момент, может быть, для вас, для команды? Какой, может быть, да, наверное, самый... первая игра была сложнее всех. Хорошо, что удалось в конце сравнять. И, в принципе, как-то мы это предопределили в серии первого матча. Сегодня вот такой в конце забавный эпизод. Вы не попали в ворота в пустые. Как ничего это страшного. Так получилось? Ну, просто... Бывает, шайба на ребро встала. Ничего страшного. Сейчас не важно, кто забивает, главное победа. Два матча с Магниткой вспомните в этом сезоне, чем мне вам запомнились? Там... Хорошие игры были. Дома мы выиграли, в Магнитке тоже выиграли, но судья гол отменил. Поэтому 1-1 счет. Я вот страшно, что большинство уже разобрали, и Козырь такого не шли. Кто разобрал? Все соперники, Динамо нормально справлялось. 4-1, 4-0 в серии, я думаю, что разобрались, но не до конца. Спасибо. Спасибо.